Вот такая красавица. Зима. Вот ее сжигать жалко. Жалко тебя. Уже костер на лагере. Ой, ты моя хорошая. Ну, приходи на следующий год к нам. Мы тебя ждем. Такая вот. Красиво нарядили. Фартучек красивый. Ну, коса какая. Дочки в коне. Где? Я потеряла тебя. Чего мне терять? Я тебя сама вижу. Ну, а я кружусь, кружусь, там кто-то в белом был, но он так далеко ушла, что ли. Сюда! Ой, дети кричат. Еще какой-то костер. Кого еще сжечь будут? Елки-палки. Вот катают. Детей или даже взрослые какие-то. Чё, маленькую она еле пишет, еле поспевает. Не, он тихонько водит. Она без этих, без подков. А-а-а. Как они ходят, я не знаю, бедные, у нее с копытами, вон что. Ой, блин. Содержит лошадь. Давай, пойдем туда, может, там. Хватит! Приходим на него, походим. Гуляй да гуляй. Гуляй да гуляй, вот мы гуляем. Под ноги смотреть, то мне предупреждали уже. Говорит, снимаете. Травму можете получить, не смотрите под ноги. Ага, говорю, это да. Ага. Вот. Что-то реку обсыпают, копают. Машины. Перегорожено. Потом мы в том уехали, она даже говорит. Ну, чтоб не затапливало, роют. То домики затапливают. Женщина рассказывает детям. Даша дальше пошла. Вот. Река Селенка. Селенка называется. Лед. Это, видать, когда замерзали. И торсы, это торсы такие. А там вот копают что-то, хотят. Готовятся к чему-то. О, техники столько. Селенка. Река Селенка. Говорят, горная. Наташа говорит, горная. Что ветер пасмурно. Пасмурно. Вот такой лед. Как на Северном полюсе. Темно, очень темно. Снимать темно. Так, уже третий час. Скоро будут сжигать. Пойдем к чучелу подойдем. И это. Я не знаю, будем мы это ждать, экзекуцию или нет. Хочешь? Очень много народу. Ну, лучше не будем, да? Нет, я бы не стала. Я тоже. Я сейчас посмотрю. Можно, конечно, подняться туда наверх и сверху посмотреть. Да неохота. Они все сюда... А мне жалко эту куклу. А мне жалко куклу. Такая куколка хорошая. Иду-ка ее сжигать буду. Дима, какая куколка. Зачем ее сжигать? Ай, поставили бедненькую. Не, я не хочу. Я не буду. Ну, едем с Наташей.